женский футбол, который стал развиваться в России просто невероятными темпами, он заслуживает внимания, его показывают на большом телевизоре. Это очень хорошая тенденция. Дамы играют в футбол, это особенное зрелище. Если мужской футбол, это все-таки про тактику, когда мы говорим 4-3-3, 3-5-2, какие-то выдумываем схемы, то женский футбол, он в основном про эмоции. Если и есть какие-то правильные, какие-то стратегии, установки, я думаю, что они действуют только до стартового свистка. После начинается абсолютно драматичные события, и женский футбол смотреть всегда интересно.